Обновлено 11 часов 20 минут, Google сообщила, что исправила ошибку в обновлении компонентов, которые приводили к закрытию приложений на Android. Для этого нужно установить из Google Play актуальные версии Android System WebView и браузера Chrome. Пользователи Android жалуются на вылеты, сбои и закрытие приложений без причины. Непонятно, у кого конкретно они вылетают и при каких обстоятельствах, но проблема очень массовая. Google уже обратила внимание на происходящее и сообщила, что проблема заключается в обновлении приложения компонента WebView в системе, которое приводит к сбоям программ. Если вы столкнулись с проблемой, что приложения на любом Android-смартфоне начали вылетать или закрываться без причины, то есть простой способ это исправить. Для этого нужно зайти в настройки приложения, в меню с тремя точками включить отображение системных приложений, в поиске найти Android System Review, нажать «Удалить обновление».